Лето подходит к концу. Осталось поехать на море, на котором там будет несколько тестов. Вот отдых просто. Ну и самое интересное, это, пожалуй, то, что через месяц уже, грубо говоря, настанет осень, уже начинает падать листья, уже начинает меняться погода. Вот. Курить абсолютно не хочется. И влияние холода на то, что типа ты будешь идти курить, тебе будет теплее. Соответственно, это самая большая глупость, отпадает полностью, целиком и полностью. Достаточно будет просто одеться теплее для того, чтобы было тепло, а не начинать курить заново. Опять же таки, горячий кофе способствует лучшему кровообращению. Чай зеленый и теплая одежда. За месяц получилось сбросить прилично больше 10 килограмм, поэтому как бы вес вернули, стабилизировали. Теперь надо будет просто держать на этом уровне, да и все, не набирая лишнего. Вот это и весь план на этот месяц. Отдохнуть и сделать так, чтобы вес остался на том уровне, на котором он есть сейчас. Думаю, этому очень сильно поспособствует свежий воздух, море, солнышко.